Я, в общем-то, вырос в маленьком городке, где служил мой отец. И, конечно, в информационном плане эти края отставали от столицы, от Ленинграда, да, и так далее. Записи Высоцкого – это были какие-то кассеты с растянутыми пленками, и его голос был жутким совершенно. То есть он пел таким грубым голосом. Я сначала не понимал даже, кто это и что это вообще такое. А потом все-таки потихоньку я вник в то, что происходит на самом деле. И вот теперь я слушаю Владимира Семеновича постоянно. И вы знаете, у меня такое ощущение, что происходит нечто особенное, и у меня получается писать дальше. Я до сих пор не оставляю мысль, чтобы Владимира Семеновича, его творчество преподавать в школе, наряду с Маяковским, наряду с Есениным и так далее, потому что он великий поэт. И поэтому я просто счастлив, что я современник такого человека. Я жил с ним в одно время, в одном государстве, которого уже нет. И, к сожалению, нет Владимира Семеновича, но он с нами будет вечно. Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня словно ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня словно ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.